Народная киностудия «Эргартау Фильм» основана в 1956 году и является одной из старейших молодежных киностудий страны. В 1972 году за высокие заслуги и профессионализм получила звание «Народный», лауреат российских и международных конкурсов в области кино, фотографии и анимации, кузница кадров для рязанского и российского телевидения. При студии работают три школы, которые ежегодно обучают около 60 молодых кинематографистов. Киностудия реализует проект молодежного интернет-телевидения города Рязани, который в 2012 году признан лучшим молодежным видеопроектом России. Мы создаем молодежное интернет-телевидение, чтобы была площадка, на которой каждый творческий рязанец мог показать себя или рассказать о других.